И сегодня мы отберем самых лучших. Вот, пацаны, фитнес-бикини, отлично. Ему 18 лет, у него веки вот здесь. Чем тебе нужен этот проект? Ты уже не так. Пошли ты вон, уже не выбросишь. Ходит твой напарник, уходишь ты. Всем привет, друзья, меня зовут Алексей Столяров. Все, пора начинать самый крутой проект этой весны — уничтожение жира. Вы должны были прислать анкеты до 1 февраля. Друзья, вы прислали их целых 500. Это просто нереально. И сегодня я позвал своего хорошего друга для этого отбора — Макс Топор! Всем привет, друзья! В общем, сегодня главный критерий, вы все помните, вы должны были жить в Москве, вы должны быть старше 18 лет. И сегодня мы отберем самых лучших в команду Екатерины, которые будут выживать просто на нашем проекте, справляться со своим жиром, со своим страхом. В общем, они пройдут полную проверку. А если Макс Топор здесь, то мы отберем самых лучших. Погнали! Это мне нравится, как Макс такой: ну, а что такого, блядь? Короче, ребят, мы просмотрим сейчас все анкеты. Макс мне в этом поможет. Огромное еще раз спасибо, что вы прислали такое огромное количество. Первый будем смотреть — Диана Прохоренко. Всем привет. Ну, это не Диана. Подожди, брат. Посмотри, у него борода длиннее, чем у меня. Диана! Ты сейчас что учишь, блин? Юлю я обожаю просто. А у тебя есть наушники? Все, готов, брат? Да. Ты готов уже? Я готов. Смотри, первая девчонка симпатичная. Всем добрый вечер. Меня зовут Диана, мне 22 года. Я хочу участвовать в марафоне уничтожения жира. Подумайте над названием. Оно ужасно. Она уже критикует мой проект. Уничтожение жира. Нормальное, нормальное название — уничтожение жира. Тебе не нужен этот проект. Дальше кто? Степан, 16. Имею лишний вес, вот весил почти около 120 килограмм еще недавно. Хрена! 120 кг. 120 кг. Я начал заниматься собой, вешу 98 килограмм, плюс-минус, это так. Ну что, первое адекватное видео. Так, да мужик, нормальный пацан. У него даже веки. Да он видео. Ему 18 лет, у него веки вот здесь, просто от уныния. Ну, знаешь, ему нужно помочь. А, мы его зовем на кастинг, но только я принимаю по нему решение. Хорошо, когда после только живого общения. Договорились? Макс просто взял на себя руль управления. Окей, ладно. У нас следующий — Александр, 17. Меня зовут Саша, и я записываю это видео для заполнения анкеты уничтожения жира. Мой вес 123 килограмма. Смотри, поставь на стоп, пожалуйста. Смотри, видео на 5 минут. Подошел серьезно, то есть он сразу по факту. Сразу я об этом та-та-та-та-та, то есть он разложил, ему важно. И он взрослый, его можно бить. Александр Исаева завтра позовем. Ой, это тоже чувак. Еще один бородач. Здорово. Здорово. Ну что, зовут меня Миша, мне 27 лет, закончил Бауманку, работаю в Аэрофлоте. Активные пацаны пошли. Да. И да, не купил я шмотки в обтяг для того, чтобы сделать фотки, но прости дуру грешную. Откуда у жиробасов шмотки, блин, в обтяг? Но на юморе смотри. Жиробасы не носят шмотки в обтяг. Жиробасы стараются скрыть свои жиры. Чувствуй жиробасов. Этого тоже парня надо взять. Давай его пригласим, да. О, смотри, следующие девочки две с одинаковой фамилией. И один год рождения. Опа, это близняшки. Это да ладно. Это близняшки, брат. Давай, открывай, это интересно. Это интересно. Оживились. Привет, я профессиональная фехтовальщица на сабле уже 10 лет. Фехтовальщица, представляешь? Но сейчас, сначала из-за учебы, теперь из-за работы, я очень редко хожу на тренировки. Так, учеба, работа, занятость. Она говорит, типа, у меня перестал, ну, у меня нет возможности ходить на тренировки. И знаешь, что у меня тут в голове? Мы найдем тебе эту возможность. Завтра на кастинге увидимся. Вторую надо посмотреть. А ну, вторая. Привет, я домашний кондитер и бывшая профессиональная спортсменка. Представляешь, домашний кондитер. А вот это... почему у них лишний вес. 10 лет я занимаюсь фехтованием на сабле. Тоже фехтовальщица. Если мы завтра сделаем две команды, давай, у нас будет чемпионат по фехтованию. Ты понял, да? И завтра мы, скорее всего, сделаем все-таки две команды, чтобы этот проект был крайне крутой. Да. Завтра уже к нам подключится Катя, она будет подопечная. Mm-hmm. Да, и они будут вместе тренироваться. Момент настал, мы запускаем проект по моей полной трансформации. Завтра мы должны продумать максимально сложную программу, чтобы посмотреть, кто из них на что гораздо. Первая очень классная такая новость, которая вас должна удивить, сейчас приятно. Ну, скорее всего, сегодня возьмем две команды. И мы решили, что было бы круто именно между нашими учениками, да, совершить такой крутой глобальный проект, в
которым бы в конце мы выявили реально победителя, которые получили бы крутые подарки, которые прям, ну, сделали что-нибудь масштабное. Я давно об этом мечтал, будьте готовы к вопросам, потому что мы сейчас будем, чисто исходя из вашей физической подготовки, может быть, как вы разговариваете, отбирать. Я и Максим будем как-то там выуживать вас, что-то спрашивать, зачем вам это, почему. Вы сегодня должны быть командой, но из этой команды не знаю, сколько возьмем. Что-то этого проекта ждет. Это будет до начала июня очень жесткая работа. Мы будем встречаться с вами достаточно часто. Вы готовы к этому? Да! Да! На первый-второй рассчитать. Первый-второй. Парень, наш, два шага назад. Первое, что мы начнем, это легенькую разминку, да? А упор лежит в ней. Правое колено к правому локтю. Прижали. Поехали. Один, два, три, оп! Хорош. Отлично, встали. Сумо чуть шире, постановка ног. Носки под 45 градусом. Сели, встали. Сели, встали. Вот эту шеренгу становись. Направо. Вот, бегом, марш. Легкий, легкий, легкий бег. Ты скажи, пожалуйста, зачем тебе нужен проект? Вот вам две сестры, слышите, зачем вам нужен проект? Ну, мы правильно питаемся, занимаемся спортом, но сейчас уже нет. И почему-то вес не сбрасывается. Прыжочки, поехали. Направо, легко. Скажи, что тебе даст этот проект? Старт тренировок, начало заниматься и сброс веса. Тебе тяжело сейчас? Да. Ты чуть-чуть Павел спокойнее, бегай, хорошо? Три, сиди сюда. Скажи, пожалуйста, зачем тебе нужен этот проект? Ты уже не так, ты уже не вывозишь. Спасибо тебе за поддержку, тренер. Ты не вывозишь. Ты столько веры в меня. Я и то, как бы, типа, отстающая. Ну, что, пару месяцев и всех уделаю. Окей. Выдох на каждый раз. Так, брат, на юморе иди сюда. Как ты себя чувствуешь? Расскажи, пожалуйста. Офигительно. Офигительно, брат? Чуть-чуть, запахнулся. И почему не в обтягивающем? Шмоток нет, брат. Скажи, пожалуйста, сколько ты сейчас весишь? 116-117. 116, а рост? Наверное, 180. 180, отлично, давай, все, беги. Аккуратно, столб! Пока весело, брат. Ап! Выше! Ап! Ур жесткий, убьет людей нахрен, ну надо же. Мне кажется, это же такие думают, нахрен мы пришли на этот кастинг. Нахрен валим отсюда. Давай, 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 медведь. Ох какой! Тучный. Оп! Шеренгу встаем с бодибарами. Давай, давай, друзья. Сейчас, так как это действительно проверка, мы сейчас вас разогрели немножко. Все, что это было, ну, я вас немножко помучил. Сейчас будете отвечать на вопросы в упражнении. Самое главное у тебя в жизни цель какая? Ну? Стасия, фитнес-бикини. Так ты и так уже фитнес-бикини. Смотри, какая у тебя талия. Вот, пацаны, фитнес-бикини. Отлично. Эй, так дрич, держи. Ты явно аутсайдер, слышишь? Так, пицца, что бы ты хотел от этого проекта? Нет, сидим. Я бы хотела себе цель достичь. Отлично. Какая у тебя цель? Сейчас похудеть. Сколько? 70. Запомните, нет такого слова «я хочу похудеть». Есть четкая цель – 10, 15, 5 килограммов. Ясно? Упор лежа. Кто сколько хочет сбросить килограммов в этом проекте? 50. Ты сколько? 20. А ты? 20. 20-ку? Да, брат, надо. Дрищ, ты сколько? 15. Сколько? Тяжело. Да ты вообще... Макс, ты поспрашиваешь, ты отбираешь все-таки к себе в команду людей. Мне самое главное кондитера. Кто кулинар-кондитер? Она как сказала, поэтому я и сказала. Кухня должна быть обязательно в команде. Можно я потом это самое... Мужчинам один инструмент, короткий, быстрый, чтобы выбрать сразу. Быстрее, садимся, ближе. Внимание, на счет три начинаешь бить хлебало человеку, сидящему напротив. Твоя задача сбить его со скамейки. Приготовились. Двое, кто из вас останутся, пойдут в проект. Раз. Приготовились. Все, это не шутки. Топор останавливает эту фигню. Все, пожали друг другу руки. Все нормально. Все больной, что ли? Топор, ты че говоришь? Кто первый играет? Ты. Камера мешает мне. Да, у всех так нервничают. Первый, это кого я хочу к себе увидеть, это будет Павел. Я вот самого толстого беру. Давай, иди сюда. Как тебя зовут? Саша. Макс, будем знакомы, Саш. Сейчас я подумаю, какую девушку я возьму. Так, кондитер, ты хотел к себе кондитер, да? Кристин, ты когда счастлива, ты уверена вообще, да? Я возьму Катю. Катю к топору. Походу, тебя столяров не любят. Я тогда беру к себе... Так, ты берешь себе парня? Да. На двух колоках. Один убираем за спину. Все, стоит. Ровно, плечо доверни. Подласка мужчин не выбирай.
выбирают, а девочек можно. Я никогда не видел еще такого радостного человека, чтобы в команде на пару попасть. У нас нет одного человека. Так как мы, у нас нет Кати, мы берем, знаешь, как в боях всегда было. Да. Когда человек сильный, сильный, ему не нужна поддержка. Я возьму слабого. Господи. Мне кажется, это будет крайне странно. Что вы хотите от этого проекта? Стать больше уверенной в себе, полюбить себя. А то, что вы в разных командах, это вам не помешает? Нет. Вы довольны, кому вы попали? Да. 100%? Да. Все, молодцы, Зеки. Ты доволен, что ты попал на проект? Я знал, что попал. Скажи, пожалуйста, твой юмор тебе поможет на проекте? Ну, я надеюсь, он мне поможет в моменты, когда захочется все кинуть. Как-то. Проект длинный. Ты готов вообще работать до лета? Я 6 лет учился в универе. Меня учили делать монотонную тупую работу постоянно. А то, что вы не со мной в команде, как вы себя чувствуете? Ты просто кидалово. Ты теперь у топора. 4 месяца ты работаешь под руководством топора. Не выбрал меня. Теперь я на стороне. В стороне зла. Каково тебе будет против меня в этом проекте? Ты доволен своей командой? Да. Да? Ребята очень крутые. Какие у тебя прогнозы на этот проект? Что ты с людьми вообще? Катю сильно не хреначит, Спарту не устраивает. Слушай, я хреначить на самом деле сильно не буду, все будем делать грамотно. Какие у меня прогнозы? Но этот проект как минимум изменит их жизнь очень сильно, то есть они никогда больше не станут прежними. И я уверен, что за время этого проекта физическая культура и спорт станет неотъемлемой частью их жизни. Я их поделю по 2 человека по баде, то есть они будут друг за друга ответственны. И у меня будет условие, уходит твой напарник, уходишь ты. Друзья, короче, бешеный был кастинг, мы в итоге отобрали не 4 человека, а 8. 8 человек в этом проекте участвуют, 2 команды, когда должна была быть одна сначала. Это будет настоящий крутой проект уничтожения жира, мой визави Макс Топор. И, ребят, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и пишите обязательно, кто вам понравился и чья команда, как вы думаете, выйдет. Это обязательно. Все, ребят, с вами был Лёха Стильроб. Дальше будет только круче. Макс Топор. Остаемся на связи.